Привет, друзья! Вы находитесь на канале Терминатора Т-800. Мы проходим God Eater Destruction. Сейчас я хочу себе кое-что. Снаряжение. Тут вон еще два места есть. Улучшение, улучшение. Щит я вообще никогда не пользуюсь. Дробовик. Бластер, штурмовик, снайпер. Давайте возьмем кристальную пику. А, это... А что это? Почему это закрыто? Не хочу кристальную пику. Хочу вот эту косу. Так, ладно. Нам нужно купить аптечки. В прошлом бою мне там наваляли нехило. У меня аж аптечек 0 осталось. Напиток здоровья. Повышает максимум ОЗ за счет выносливости. Улучшитель немного повышает максимум ОЗ. Растение. Съедобное растение с лечебным эффектом. Как его хавать? Нейтрализатор. Вещество, нейтрализующее яды в металлах. Вакуумизатор. Стабилизирован при помощи сверхплотного... Что с ними делать надо? Повышает максимум выносливости. Вот это мы покупаем. 20. Думаю, мне хватит. Кстати, что такое покупка пуль? Пуля винтовки. Пуля Оракула тратит 25. Купить пули. Я вроде ближник. Итак, выполняем следующее задание. Аврора. Девы Кокона расплодились на заброшенном авианосце. Чем раньше мы с ними разберемся, тем лучше. Вам необходимо уничтожить 4 Орагами. Будьте осторожны и смотрите под ноги. Со мной пойдет Линда. Со мной пойдет, конечно же, Сакуя. И со мной пойдет... Давай, Кота. 2 ближника. И 2 дальника. Неплохая команда. Так, все, мы выходим. Выйти на задание. Группа заняла позицию и готова приступить к выполнению боевой операции. Ой, так, все, беремся за дело. Убить всего 4 дев кокона? Это же изи миссия. Так, включаем карту. Значит, раз, два. Так, вот они, еще кто-то один. Надеюсь, там чью нету. А то он меня в прошлой миссии конкретно достал. Не попал, да? А я в тебя попал! Ата, ата! Пошел ты нахер! Так, поглотили. Ах ты. Еще поглотили. А, агрохвост. Ах ты собака такая. Ах ты жопа. Вот тебе, падла. Вот так вот мы выполняем миссию. Да, давайте пойдем домой. Вон ту штуковину успею взять? Мы не можем проиграть и не проиграем. Берем штуку. Советуем как следует отдохнуть, когда вернетесь. Мы возвращаемся на базу через 10 почти секунд. Вот уже через 10 секунд возвращаемся. Через 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Один. What the fuck? It's true. Yeah, правда, это правда. Вот миссия. Я могу только коте. Ладно, дадим котяре. Котяра, ты это заслужил.
Так, значит, следующая миссия. По плану я аптечки не потратил. Следующая миссия у нас. Крысоловка. Уничтожьте 5 агрохвостов в руинах химического завода. Биться с несколькими врагами сразу опасно, убивайте их по одному. Против агрохвостов работают режущие и пронзающие атаки в ближнем бою и любое огнестрельное оружие. Итак, вот мы выдвигаемся дальше на следующую миссию. И это хорошо. Mission start. Так, агрохвосты. Вот ты где, моя маленькая зайчка, иди сюда. На динозавра пушку побежал. Вот мы у него забираем материалы. Смотрим на карте. Мы находимся наверху, а вот внизу есть агрохвост. Вот туда и побежим. Давайте. Кис. Ему я не успел подойти, ему уже с пушек втащили. Ой, блин, он меня втащил. Ладно, подох. Вообще легкий. Excellent. Отлично, чуваки. У нас прям-то команда непобедимых воинов. Итак. Вот, надо бежать вот туда наверх. Мы бежим. Значит, вот эту штуковину. Вон, агрохвостик, я тебя уже вижу. Мой маленький. Арагами, привет. Как твои дела? Стоять! Я тебя сейчас на кол буду сажать. Блин, идись. Двое, оказывается. Даже трое. Я даже одного не увидел. Одному втащили. Yes. Сдохни, паскуда. Сдохни, тварь. Я покажу тебе. На тебе, подсрачник. Аж подох. Ой, блин, я вот... Погоди, а где? Вон трупа. Ой! Да вы задолбали, что болтаете после каждой миссии. Как будто такие супергерои. Well, вы так легко справились с этим заданием! Естественно! Ты не недооценила нашу мощь, Сома. Я думал, со мной в команде Линдо. Я даже не посмотрел, кто там. Так, нашел просто. Опа. Давай. Тебе дадим еще. Вы изучили новый стиль хищника. Отлично. Shift, правая кнопка мыши при шаге. Штурм. Называется штурм. Эх, ты кто? Ген. А где Брэндон Ли? Уборщица. Ну давай с тобой поговорим. Каждый день натираю полы, зная, что их снова испачкаю. И натираю до блеска. Такая у меня работа. А у меня работа убивать арагами. Это Ваджра. Добрался до сюда. Нужно его уничтожить. Тщательно все обдумайте, прежде чем браться за это задание. Луна в небесах. Со мной Сакуя, Сома и Кота. Значит, вы возьметесь. Удачи вам в битве с Ваджрой. Он опасен, поэтому будьте предельно осторожны. Подробности и стратегический совет указаны в описании задания. Удачи. Так, давайте посмотрим Ваджру. Я уже знаю, как он выглядит. Но можно посмотреть, какие у него слабые места. Так, арагами. А где Ваджра? Ураборос. Огромный арагами с бесчисленными щупальцами и глазами. Известен как Повелитель Равнин. Помимо щупалец, атакует мощным световым лучом. Происхождение неизвестно.
наносит урон всем вокруг, поэтому рекомендуется сначала стрелять в него со средней или дальней дистанции и атаковать холодным оружием при удобной возможности. Уязвимость свет. Ваджера здесь нету. Так, аптечки я в прошлой миссии не тратил. Ну что, выдвигаемся биться с Ваджерой. Блин, здоровый такой, черный, с крыльями. Крупных арагами необходимо окружать, отрезать от союзников и только тогда уничтожать. Мы так это и сделаем. Вот он, Ваджера. Значит, давайте убьем вон того слева, моба. Надо убить вон тех двоих, а потом только его. Ты что такое неумираемый-то? Вот еще двое. Сейчас мы убьем вот этих вот коконов. Какие-то они мощные. Или на них ни огненное оружие не действует. Ах ты, вон ты уже. Так, дева кокона убита. Отлично. Ух ты, ее. Иди сюда. Собака ты этакая. Я тебя буду сейчас уничтожать. Оп. Поглотили. Искровой шар. Еще искровой разряд забрали. На тебе, скотина! Продамажили немножко его. Теперь дамажим так. Это было нормально. Стой, падла, я тебя по сраку сейчас буду бить. На. Ваджера в ярости. Ваджера в ярости. Парни. Ну, вроде бы мы его пока немножко нормально пинаем. Без потерь, можно сказать. Забрать у него еще искровые заряды. Ах ты, собака. Ай, блин. Не следил я за своими жизнями. Кот меня полечил. Спасибо тебе, котяра. Ох ты, ё. Куда ты побежал? Он в ярости. Вот эти свои крылья или что это у него такое? Какой-то лепесток листьев. Аргами прерывает бой, он пытается найти еду. Сакуя, ты меня лечишь. Спасибо. Ох ты, говно.
Отвали от меня, дай мне похилиться. Блин, скотина. Пять хп нормально с удара. О, вот это я знаю. Wall back. Ты хоть понимаешь, что на кого нарвался? Тебе не следовало сюда приходить. Мне не следовало этого говорить. Ты что, реально что ли ублюдок? Да мочите вы его уже, что он меня пинает здесь? Капец, это говно вонючее. Если я этого-то победить не могу, как я Уроборосу собрался побеждать? Отвлеките его, пожалуйста, люди. Соберем ядро твое. Ублюдочный. Всего ж. Ты подыхать-то собираешься? Как он меня попал? Охереть, просто! Клетки-то собираемся повреждать вообще. Опа! Это было нормально. Мы взяли магний. Неужели? Просто ублюдка, падла. Это был не простой Орагами. Естественно, такой мощный. У тебя еще... Падла, на тебе, скотина. Не забывайте искать материалы. Коса, конечно, блин, тащит. Нехило, конечно, дают кося. Кося. Давайте Сакуя. У нее 3 звезды. Это здорово.
Не знаю, что-то здесь не так. Что-то не так? Нет, все в порядке, прошу прощения. С флангов все чисто, капитан, с тыла тоже. Хорошо, тогда продолжим. Что? И вы здесь? Да это же Линда. Что вы здесь делаете? Тут какая-то ошибка. Они отправили две команды в одну и ту же зону? Давайте подумаем об этом позже. Выполним задание и назад. Мы с Алисой осмотрим церковь, а вы оставайтесь снаружи. Ясно? Назад! Прикрой меня! Папочка! Нет-нет! Мамочка! Прошу, не ешь их! Алиса, в чем дело? Молодец, борись! Алиса, будь сильнее! Ты сможешь! Это тебе поможет, Алиса. Когда будешь спускать курок, повторяй. 1, 2, 3. Один, два, три. Молодец. Запомни эти слова хорошенько. Они защитят тебя и помогут стать сильной. 1, 2, 3. Это твои враги рогами, из-за которых ты страдаешь, Алиса. Они умеют только охотиться и убивать. Когда вокруг творится бедлам, посмотри на небо и найди облако, похожее на животное. Нет, хватит, перестань! Алиса, что ты наделала? Нет, это неправильно, мамочка, папочка, я не хотела, простите меня. Плохие дела. В придачу мы окружены. Черт тебя дери, скорее, или мы все умрем. Хватайте Алису и быстро в логово. Слышите? Линда, мы... Просто делай, как я говорю. Бери Алису и уходите в логово. Сакуя, выведи новичков. Сома, проложи им путь к отступлению. Папочка, мамочка, я не хотела. Я не хотела. Скорее, Линда, давай с нами. Я бы рад, но сначала хочу преподать урок этим тварям. Обещай, что сбережешь мой пивной паёк. Я останусь с тобой и буду драться. Сакуя. Сакуя, это приказ. Доставь всех на базу живыми. Защити их. Нет, я тебя не брошу. Быстрее бежим, еще немного и нам всем крышка. Я не пойду, Линда. Кажется, ушли. Можно мне хоть дыхание перевести? Не уверен, как долго еще смогу протянуть.
Вот на таком эпичном видеоролике заканчивается данная серия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И дальше мы узнаем, что случилось с Линдо. Может, он умер, может, он живой. Счастливо оставаться!